Привет, привет всем! Мы уже дома. Разогреваю себе суп. И вот такой вот из рыбы гамбургер, такой вот котлетку делаю. Там супчик разогревается. Ой! Первое, второе, третье и компот у меня есть, уже вчера сварила. Буду, поставила себе уже... Надо поменьше делать. Сейчас буду фильм смотреть. Вот я вчера вам говорила, Гоголь начала смотреть. Посмотрела начало, Вий, и мне очень понравилось, представляете? Вот так вот сначала вроде бы как не нравилось, а потом прям так втянулась. И вот поставила уже третье, он как называется, не помню, как называется, в общем. Третья часть уже, она, по-моему, последняя. Так что вот так вот затянула, буду смотреть, кушать, смотреть, отдыхать и потом вечером еще работать. У меня уже сегодня вообще хороший рабочий день был, наконец-то, за столько суббот. Ой, вечером уже тоже клиентки есть, так что работаем, работаем, ух. Рабочий класс, на улице как никогда хорошо, тепло. Ну, потом пойду на пляж, когда вам все покажу. Последний денечек, на завтра уже все обещают прохладу. Вот, а еще вечером хотела фоточки посмотреть и вам показать свои старые, интересные. Я люблю иногда пересматривать фотки. А еще у меня детские фотки на старой квартире осталось. Надо их забрать, наверное, завтра, в воскресенье заберу, чтобы они там не мотались и чтобы не потерять. Потому что старые фотки – это очень ценные, ценная память. У нас, блин, целый лет уже. Какие-то витамины, градусник, понятно, что давление мерить. В общем, все подряд. Что не надо, что тут не должно лежать. Ладно, пойду кушать. Всем приятного аппетита! Смотрите, как припарковался смачно. Прямо ему въехал в это, в номер. У него там еще такой круг, ну, штырь для буксировки. И он прямо ему въехал. Прикол. Ну что, не видел вообще, что он так припарковался херово? Вообще, если бы меня так влепили, я бы, естественно, в страховую звонила. Он там у него помятый весь. Хм. У нас так тепло, так классно на улице. Намного теплее, чем вчера. Вообще, как, даже не верится, что завтра будет на 8 градусов холоднее. Вообще, даже не представляю, как такое возможно. Вот. А я сейчас на работу собираюсь, иду на работу. Жалко, неохота, но надо. Смотрите, как припарковался. Видите? Смачно так, да? Впендюрился. Впендюрился нормальненько так в машинку. Идем на работу. Да, вот на улице жарище вообще. Ой, хоть бы не ошибались эти синоптики. И завтра бы не было так холодно, передают. Знаете, не хочу холод. Дома станет холодно. Такая вот погода. Класс, шикардос. Все, едем на работу. Поработаем немножечко. Завтра выходной. Залез. Смотрите. Все-таки это тыква. Помните, мы гадали. Ой, вот еще, смотрите, какая тыква. Наконец-то я узнала, что это за фрукт такой. Тыква. У нас ветер поднялся. И там меня ждут клиенты. Работать идем. На-на-на-на. Thank you.
такой ветряк. Вообще у моря. Сносит все. Блин, машина едет. Чарли Бэйн. Вот, пожалуйста, с камушком идет. Чарли Бэйн, а кики вьене коче? Бэйн, покажи свой рот. Ну ладно, иди куста басы. Чарли Бэйн. Бэйн, ты кита миру? Да, выбросил. В общем, мы погуляли. Погода портится. Еду в Алькампу фрукты купить. В Алькампу там просто выбор побольше, знаете. А вот в этих всяких фруктовых магазинах мангу, допустим. Блин, что он там? Иди сюда. Оно, конечно, дешевле, но по вкусу оно вообще как здесь говорят, кака де лабака. То есть коровьи какашки. Поэтому я лучше съезжу в Алькампу на каких-то там 50 копеек дороже. Ну, хотя бы я буду это кушать, и это вкусно. Ну, вот, блин, притащил камень в машину. Ну, не дурак. Это? Но! Все. Камень какой-то подхватил, палочек не было, он камень подхватил. Так что поеду мангу возьму, лимонов нету. Ну, все, лимоны, лимоны. И вообще яблочек. На закусочку, знаете. Ой, блин. Тут мне прям вот надо чувствовать, надо опять разгружаться. Вообще, пипец какой-то. Ладно, поедем купим фруктиков. Ты вообще сюда что залез-то? Ты куда вообще идешь-то? Здрасте, приехали. Здрасте, 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 здрасте. Здрасте, я тебя тоже люблю. Очень-очень. Да, я тебя тоже люблю. Да, ты моя любовь, самая вкусная. Ой-ой-ой. Как маму любит. Ой, как маму любит. Ну, это любовь такого. Всю косметику сожрал. Вамон, ясно? Чарли, ясно, а? Ой-ой-ой-ой. Все. Ой, блин, у него ноги длинные, надо тебе его отрезать. Цепляется за все. Так, иди отсюда. Это Патра. Патра. Анна, Атра. Мой бен. Едем. Фу, блин, все обслюнявил. Вытриться. Вытриться надо. Кому противно, они мои проблемы. Ай, он же не вас лежит, а меня. Правильно? Все хорошо. Это какое-то сумасшедшее в Алькампе. Вообще пипец. Прорваться невозможно никуда. Ни в кассе, никуда. Какая-то реформа делается непонятная. Я там фруктиков себе набрала на 33 евро. Вообще, в субботу лучше не ездить, это какой-то пипец, столпотворение, взвесить ничего невозможно. Ужас. Ай. Я вот, знаете, права на тележку не получила все-таки, не умею я ей пользоваться. Ой, надо... Ой, а потом куда мне тележки? Тут что-то нету никаких. А у меня тут ключ, как я его вытащу? Куда тележки девать? Интересно. Интересно. Разберемся. Так, ладно. Я, конечно, понимала, что вы все хотите выехать. Так, а куда мне тележку везти? Ладно, я пришла. Сейчас все загружу. А потом буду думать, куда мне тележку мою деть. Сейчас еще хочу в Аки зайти, посмотреть на крышу что-нибудь. Вернее, у меня есть в планах кое-что. Такая прозрачная штука. Как пластик, что ли. Сейчас посмотрим. Кружилась вообще. Парковочных мест нет, это первый раз со мной за все время здесь, вообще пипец какой-то. Ну, там примостилась, конечно, не очень офигенном месте, можно сказать, даже запрещенном, но буду надеяться, что завтра воскресенье никто даже не заметит. А вот что я купила, ананасик, он, по-моему, даже уже спелый. Говорят, нужно вот так вот, если крышка вот эта вот крутится, значит, он спелый. Ну, видно, что он, походу, спелый. Огурец вот такой вот. Так, на ногти не смотрите, я сегодня красила... В черный цвет у меня все ногти окрасились.
Крашу в перчатках, голову смываю без перчаток. Голову мыть мне неудобно в перчатках, поэтому ногти все черные. Работа такая. Яблоки вот такие купила какие-то. Что-то я не знаю. Фудзи, 1,5 килограмма. Не знаю, вкусный, невкусный. Разных чаев набрала. Это вот черный чай, а это напиток. Боже, какие ногти. Какой почище-то выбрать. То есть, видите, без кофеина. 3 помидорчика взяла. Помело вот такое. Ну, только у нас зимой почему-то. Оно китайское вот написано. Помело чино китайское. И оно только зимой. У нас канарские бананы. Бананчика захотелось. Что-то прям так. И недорогущие собаки. Вот стоит 1,69 евро. Соль. Вы знаете, в Испании такое поверье есть, что если дома нет соли, то это плохая примета. Я в приметы не верю, но без соли дома тоже плохо. Вот такие всякие дела, знаете, я такие штуки не покупаю, но вот что-то мне захотелось с курицей. Тут и соус, и специи, и все, что надо, вот взяла себе и мужу. Ему такие нравятся, не знаю, попробуем. Сахар тростниковый, флан делать мужу. Дыня, боже, как она пахнет. Я вообще люблю фрукты и овощи покупать на запах. Но здесь они очень редко чем пахнут. А дыня прям действительно пахнет. Рикессон. Ну, вы знаете, наверное, что такое рикессон, рикотта. Типа творога. Лимоны, наконец-то лимоны. Много-много манго. 1, 2, 3, 4, 5 манго на 6 евро. На 6 евро, вы представляете? Вот, 6,50. Килограмм стоит евро 79. То есть почти 3,5 килограмма. Ой, как же я их люблю. Надо жрать, пока не есть. Наши, это наши с нашего города, с нашего... Ой, что это такое? Думал, червяк. Ух, ненавижу червяков. Вот с нашего города. Мадурада. Соспел на это. Написано, поспел на дереве. Ага, он еще дуб дубом. Какой, где он поспел-то, в каком месте? Ему еще спеть и спеть. Тут вот, у меня на кухне. Ой, блин, поспел на дереве. Ну, не смешно ли? Мужу шоколадку взяла. Я бы сама схряпала, но, блин, нельзя. И вот такие ему пироженки взяла. Они с этим... с вареньем из тыквы. Вот, сейчас буду все разбирать, хотя в холодильник-то и нечего класть. Может быть, знаете, ананас порежу, потому что жрать охота. Жрать охота, жрать ничего нельзя. Ананасика поем немножечко, может быть. Дынька, она калорийная, собака не пахнет. Завтра съем. У меня будет такой десерт. И чай заварю. Вот этот, который без кофеина. А этот завтра попробую. Видите, здесь написано черный чай. А это инфузион. То есть, ну, типа, напиток такой, что ли, горячий. Ладно, хватит болтать. Будем делами заниматься. Вот теперь вот стою и думаю, а вдруг, блин, меня завтра сейчас приедет какая-нибудь это, и увезет мою машину. И к тому же меня оштрафуют. Оштрафуют. Будем надеяться, что нет. Там всегда машины все ставят. И не я первый, не я последний. Ой, устал, рыба моя. Устал. Вы посмотрите на него. В машине сидеть устал. Ты устал? Ты устал? Ты моя сладкая рыба. Что-то у тебя глаза какие-то прям это. Что у тебя глаза-то? Плакал, что ли? Он, наверное, на ветер на пляже бегал. И у него вот так слезились глаза. Да, тебе глаза слезились, надо глазки помыть у моему лапе такому. Да. Такой холёсый, смотри, какой ты холёсый. Все говорят, что ты плохой, а ты холёсый. Да. Чесаться любит, вот так, чесаться. Так, ну пойдемте посмотрим, где я машину поставила, я вам покажу. В запретной зоне. Вон там, видите, сзади уже кто-то еще пришпандорился. Там желтая линия. На желтой линии нельзя ставить машины. А там вон кто-то еще
ко мне прилепился. Ну, в принципе, там все ставят машины. Я думаю, что ничего страшного. Ветер такой небольшой, но теплый. Вот я не знаю. Даже не верится, что завтра у нас будет холодно. Ветер такой прям летний. Странно. Вот не знаю, оштрафуют, не оштрафуют. Да, оштрафовать-то. Оштрафовать фиг с ним. Но вот что увезут на куда-нибудь машину, это плохо. Ну, не думаю. Завтра воскресенье, будем надеяться на лучшее. Смотрите, все везде занято, видите? Все везде занято. Все везде, везде занято. Все везде. Пойду в холодильник все фрукты, овощи разбирать. Хочу закрыть чуть-чуть жалюзи, чтобы, может быть, посплю завтра подольше. А, как вы думаете? Не до 8, а до 9, например. Ой, а у нас сегодня время переводят. Так что по-любому побольше посплю. Ну, вы посмотрите, как меня увидел, сразу сел на свое место. Нет, хватит тебе чучи, и так одни чучи мучи жрет. Буду разбирать. Я вам обещала фотки показать. Но я так устала. Сегодня такой день длинный был. Работа. Это еще Алькампо вообще. Сил больше у меня никаких нету, время уже 10, представляете, 10. Я чай пью, валерьяночку с новым чаем, который купила. И все, я хочу только одного, в люльку. Блин, а мне еще красоту смывать. Ой, ну ладно. Я давайте вам завтра фотки покажу, завтра у нас холодно. Вот, не знаю, что будем делать. С Чарли все равно надо гулять, в общем, завтра посмотрим спокойно все наши фоточки. Если я их найду, может, я еще и их и не привезла. Надо в квартиру съездить старую. Там у меня есть старые фотки. Еще даже, когда я маленькая совсем была. Вот. Так что, всего вам самого наилучшего. И всем пока-пока, до завтра.